Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Прошу к столу». Сегодня будем готовить рулетики из говядины с запеченными овощами. Для этого нам понадобится говядина, сладкий перец, морковь, цукини, грибы, сыр, соль, перец, базилик, тимьян, мускатный орех, сушеный имбирь, горчица и оливковое масло. Говядину порежем тонкими кусочками. Теперь говядину надо отбить. Теперь сделаем маринад для говядины. Берем оливковое масло, можно подсолнечное масло, все равно, как вы любите. Добавляем горчицу. У меня такая вот полная чайная ложка горчицы. Горчица размягчит мясо. Немного мускатного ореха. Сушеный имбирь. Тимьян, базилик. В принципе, приправы вы тоже можете положить любые, как вы хотите, но в сочетании базилика и тимьяна оно получается более пряным. Добавим соль и перец. Хорошо перемешаем маринад и добавим его к говядине. Заправляем маринадом говядину, хорошо все это перемешаем и дадим ей постоять минут 5. Пока мясо маринуется, нарежем овощи. Овощи будем резать толстыми брусочками для того, чтобы их завернуть потом в мясо. Теперь овощи будем заворачивать в мясо. Я взяла стеклянную форму, на дно немножечко налила масло. И теперь заворачиваем овощи рулетиком и срезом обязательно кладем вниз. Рулетики закрутили, теперь поставим их в духовку 180 градусов на 40 минут. Теперь порежем цукини и грибы и будем их запекать. Цукини я режу такими довольно-таки толстыми кусочками, чтобы они не развалились совсем. Немножко на дно добавим оливкового масла или подсолнечное, как вам нравится. Теперь добавим немножко масла, соль и перец. Теперь ставим запекать в духовку на 180 градусов минут на 15-20. Овощи запеклись, теперь мы немного добавим сыра и будем запекать еще пару минут, чтобы сыр расплавился. Рулетики из говядины с запеченными овощами готовы. Это полезное и вкусное блюдо подходит как для семейного, так и для праздничного ужина. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и не пропускайте новых рецептов. Прошу к столу и приятного аппетита!